Гантелей в ходе политического спора убил приятеля, житель Петропавловска. Как сообщили в городском суде, трагедия случилась 30 марта в квартире 27-летнего обвиняемого. Там знакомые выпивали, и в какой-то момент беседа зашла о ситуации в мире. Вдруг горожанин принялся оскорбительно отзываться о действиях российской армии в ходе СВО и выкрикивать политические лозунги. Такое поведение привело к потасовке, в ходе которой злоумышленник схватился за гантелью и несколько раз ударил ей по голове своего оппонента. От полученных травм он скончался. Вскоре мужчина отправился в полицию, где во всем сознался. Позже суд решил арестовать обвиняемого на 2 месяца по делу о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.